приветствую подписчиков и гостей своего канала. В этом ролике я хочу вам показать работы, к сожалению, неизвестного мне мастера. Работы достойны внимания. Я надеюсь, этот ролик вам понравится, и он будет увлекательным. Такое оформление водоема снаружи из арт-бетона. Такой камушек, имитация такой, как веревки. Там получается вот так водоем внутри сделан. Такой камень получается здесь. Потом переходит это все дело в корабль. Вот такой он какой-то своеобразный, ну, корабль. Носовая часть с такими рогами. Видите, тут он получился. Видимо, мало цемента дали. Вот такое название у него. Пушки стоят здесь. Тоже все из арт-бетона. Вот видите, полопалось. Мало цемента. Или песок морской добавили, не знаю. Такой вот корабль мастерили неизвестные мне мастера. Корабль, ну это так, это мелочи по сравнению с тем, что я сейчас вам покажу. Черная жемчужина называется корабль. Все с бетона. Вот что я хочу показать вам. Камни. Смотрите, какие камни огроменные. Такая фактура камня. Без всякого штампа, я уверен. Хотя, кто знает, как они делали. Сейчас чуть издалека покажу полный объем. Вот так это выглядит. Колонны такие массивные. Ну, это пластик. Массивные колонны такие. Вот такая штука. Тоже тут поиграться пришлось по работе. Такие вот камушки. Очень интересно, был удивлен. Просто зашел типа детского лунопарка, увидел там пару скульптур и увидел здесь вот такой вот огромный объем работы по арт-бетону. Очень интересно. Это Геленджик, город. Посмотрите, какие деревья. Посмотрите, какая красота. Массивные такие. Такой подход необычный. Кора такая гладкая. Вот кора. Супер просто. Кто в теме, тому понравится. Посмотрите, какие деревья. Ветки. Держит эту скалу. Очень интересная работа. Солнышко отсвечивает немного. Такая морда. Класс. Такое дерево запутанное на самый верх пошло. Змей, не знаю, похоже из арт-бетона. Потому что тут видно трещины. Скорее всего, что арт-бетон, не пластик. Так, все, что до чего можно было прикоснуться, я проверил. Все каменное, все с цемента. Такая, такой медальон там наверху. Сейчас отойду подальше, покажу вам общий план. О. Вот это дерево.
Такой объем работы по арт-бетону я вообще не ожидал встретить. Очень приятно удивлен. Ящерка там такая, смотрите, вон. Вон. Тоже мастер рисовал. Камни такие выступают. Змей большой такой получился. Знать мастера. Хотелось бы связаться, пообщаться. Если вдруг наткнетесь в интернете на свою работу, напишите. Такие камни идут. Птица, жар птица, наверное. Пантера пластиковая. 100%, потому что горилла тоже вот эта пластиковая. А вот оформление вокруг нее, арт-бетон все идет. Камни, фактура, покраска тоже интересная. Много цветов, переходящих с одного на другой. Оттенки видно, кистью прорабатывали вот элементы. Очень интересная работа. Булыжник массивный тоже. Вот смотрите, какая башка, блин. Не знаю, сколько лет оно здесь стоит. Снимает скрытая камера. Супер. Еще такой водоемчик. Так оформлены. Промочки простенько, но со вкусом. Жаль, что он только порвал его. Сейчас смотрите, какой шатер сделали. Арочки такие выполнили. Сейчас в тенечек зайду. Оп. От солнышка не спрятаться. Вот. Вот такие арочки. Вот такой камушек. Такие как шторы, вот видно. Да? Все бетон. Блин, мало цемента дали. Было чуть больше пропорцию дать, ну вообще бы сносу не было бы ему.
всякие штуки повырезали. Колонны. Вообще супер, смотрите, такие какие-то павильончики, наверное, сделали, вот такие вот маленькие шатры, палаточки такие, посмотреть, что внутри, как оно оформлено. Еще просто плита залита, вот такой камень, усилен швеллером. Вот как оформлен вход в магазин, смотрите. Такая арка с башнями. Такие башни. Подсветка, фонари. Очень красиво. А вот посмотрите, как оформили тир. Такая, как крепость. Орнаменты, башни. Смотрите. Сейчас вход такой, типа, будет стена. Интересная. Пистолет большой такой. Супер. Я нашел такую вот черепаху. Смотрите, какая она. Шея у нее вытянутая. Тоже интересная работа. Видно, что она уже давно стоит, не крашеная. Тоже из арт-бетона. Вон трещинка, там видно цемент. Классная работа. Вот. Мне нравится очень панцирь ее. Еще на такую композицию. Стоит на таких четырех ногах. Такая корона сверху. Сейчас постараюсь подняться, посмотреть. То, что это тоже арт-бетон, это явно видно. Ступеньки. А здесь закрыто. Жаль. Ступеньки сделаны, выполнены тоже из арт-бетона, вот видно, подлопались они, потрескались, порвало. Перила тоже, шторы, тоже видно, сделаны из камня. В общем, я приятно удивлен, честно, столько поделок из арт-бетона. Я еще не встречал пока. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Впереди еще много интересного. Всех благ. Пока-пока.